Вот сегодня были с супругой на празднике День России. Посетили площадь перед Домом культуры. Посмотрели очень интересный, нам понравился концерт. Называется «Хоровод единства». Хочу поделиться с вами своим впечатлением, посмотреть, я думаю, вам будет интересно. Но перед началом этого фильма хочу вам прочитать небольшое стихотворение. Поэт биробиджанский Светлана Овсюк о нашем городе Биробиджане. По кругу шар земной весь обойдешь, на карте много городов, немало стран, а лучше города нигде ты не найдешь. Добро пожаловать, друзья, в Биробиджан! Биробиджанцы встретят вас добром, улыбками раскрасят хмурый день, и станет солнечно и радостно кругом, и от тепла распустится сирень. Пройдитесь по широким площадям, в тенистом парке отдохните от жары, свидание назначьте всем друзьям, на берегу красавицы Биры. На свете много городов и разных стран, прекрасней города вам просто не найти. Я пожелаю вам счастливого пути и позову вас всех в гости в Биробиджан. Желаю хорошего просмотра концерта. Большое спасибо всем, кто принял участие в его подготовке, и артистам. Молодцы! Субтитры сделал DimaTorzok.
не вернуть назад. Красный, желтый, голубой, радуги сюда. Посмотри на землю, какая красота. Посмотри на землю, какая красота. Шарики воздушные, ветерку послушные, улетают шарики в сказочную даль. Шарик по небу, словно облака. Под мягкий шепот ветер.